преддверии Дня медицинского работника сайт «Блокнот Волгограда» совместно с компанией «Феррон», производителем лекарственного препарата «Виферон», завершили конкурс «Моя аптека». В ходе голосования, которое длилось месяц, были выявлены победители, набравшие наибольшее количество голосов наших пользователей. Ценные призы от спонсора конкурса компании «Феррон», производителя лекарственного препарата «Виферон», получили представители 5 лучших аптек сети «Куб Волгофарм». Все остальные сотрудники и их дети отлично провели время на празднике, организованном в кинотеатре «Киномакс». Перед началом киносеанса команда шоу «Открывашка» показала ребятам научные опыты и эксперименты. Завершилось мероприятие показом премьерного мультфильма «Гадкий я 3».